версии драка продолжается. И я приглашаю в ринг участников шестого боя. Весовая категория до 85 килограммов. Гамиль Гериханов, Дальний Восток. Он будет сражаться за сборную Дальнего Востока. И его соперник, команда Александра Емельяненко, Александр Яковлев. Новичок в ММА, у него за спиной два официальных боя, проф FC за команду Александра Емельяненко и две победы из них, чемпион России по рукопашному бою. Гамиль Гериханов представляет Дальний Восток в синем углу ринга. Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, победитель первенства мира по универсальному бою, победитель первенства России по боевому самбо и рукопашному бою. Рекорд 2 боя, 2 победы. Спонсор боя – компания «Дальтепло». Напоминаю, генеральный партнер турнира – «Легион Альфа». Гамиль Гериханов в синем углу ринга. Команда Дальнего Востока. Мы будем хлопать команде Дальнего Востока. Спасибо. И аплодисменты команде Александра Емельяненко. Александр Яковлев в красном углу ринга. Напоминаю, дорогие друзья, в командном зачете 2-0 ведет Дальний Восток.
30 секунд. Гамид Гириханов, Дальний Восток, Александр Яковлев. Команда Александра Емельяненко. Сдача. Заслуженная победа. 2-1. Александр Яковлев кричит: я не слышу вас. Александр, волновались? Нет, вообще не волновался. Потому что очень хорошо готовился. Спасибо Александру Емельяненко, который позволил участвовать в этом турнире, представлять честь его клуба, который помогал вам готовиться. Всем спасибо, кто сегодня болел за меня. Ваша поддержка мне, безусловно, помогла. Хабаровск лучшие! Спасибо, Александр Яковлев. Итак. Гамид Гириханов, памятная медаль и аплодисменты зала. Напоминаю, спонсор боя – компания «Дай тепло».